Здравствуйте, с вами Василий. Покажу, буду варить компот. Вчера оставалось у меня от компота вот такая сладкий, как говорится, сироп. Сироп. Вот этот сироп я поставил сейчас. Разогреваю. Вот. Взял я сухофрукты. Вот. Их вымочил, промыл хорошо, каждую тщательно водичку слил, налил чистенькой, вот, водички. Сейчас разогреваем и в этот морсик положим сухофрукты. Также добавим еще и вишни наши. Это все сварится и будет отличный у нас компот. Вот, помыто чистенько. Теперь беру я и это все хозяйство наше опускаем в кастрюльку. Как говорится, постояло. А вот эти яблочки у нас, они набухли. Вот. Ягодки свою форму приняли. Вот так. Изюм больше стал, как полагается, изюм. Ну, где-то так. Упало. Все равно вода окрашивается. Ну, вот так вот. Достанем ложку. Помешаем. И пускай у нас варится. Ну вот, покипело, накипело наши сухофрукты. Берем мы, вот, видите, ягодки без косточек и высыпаем. Высыпаем, размешиваем все, размешиваем тщательно, хорошо. И сейчас мы попробуем на сахар. Будем размешивать, вскипел чайник у нас. И будем доливать кислинку эту и все регулировать. На этом остановимся. Пускай минут 30 сейчас поварятся ягодки и готовый у нас будет.
сладковат. Или не сладковат. Дегустатор скажет, мы отреагируем. Ну вот. На этом я буду заканчивать. С вами был Василич. Пока-пока.